Это программа «Обо всем на свете». И сегодня про Дмитров. Город Дмитров хороший, потому что в нем много красивых всяких домов, квартир. У бабушки есть такой дом, он весь обложенный красивыми камнями. Он очень красивый. Город Дмитров хороший, потому что в нем самая лучшая техника. Это военная. Что? Нет, ну не в Дмитрове, во всей России. В Дмитрове мне нравится больше всего растения. Ну, например, природные, но которые растут в домах. В нем есть всякие площади, и они на них очень весело веселиться. Я живу в Дмитрове. Мне нравятся цветы. У меня дома есть очень много цветов, всяких растений. Я люблю гулять в аллу. Город Дмитров хороший, потому что в нем много всяких развлечений, цирк очень веселый. Еще есть разные аттракционы, на которых можно очень весело покататься. Там есть лазилки и горка, и туннель. Я посоветовала сходить на одну улицу. Я не знаю, как она называется, но там очень красиво. Там есть тоже площадь, и там очень много голубей. Я там даже держала голубя. Я видела розового голубя. У нас в городе, мне кажется, самые красивые площадки. Вот у меня во дворе, например, больше детей, чем на площади, мне даже кажется. Даже вечером, даже когда уже 9 часов, там на всех площадках кто-то есть. Взрослым в Дмитрове тоже хорошо живется, потому что есть дачи, рестораны, гостиные. Взрослым нужно ходить в ресторан, потому что вечером там хорошо, красиво. Вечером всегда все голодные и можно покушать. Бывают специальные ночные клубы, куда могут ходить только взрослые, кроме детей. У нас в Дмитрове тоже такие клубы есть. Всю ночь тусят и танцуют. В городе Дмитрове для взрослых есть лавочки. Вот у меня, например, во дворе их целая куча, навал просто. В городе главный Валерий Васильевич глава. Главой быть легко, потому что все исполняют твои приказы. Самый главный в Дмитрове Валерий Васильевич Гаврилов. Ему сложно жить, потому что он должен разные приказы выполнять. Ему говорят, вот то-то, то-то, кто-то наступает. Ему надо отвечать, чтобы отбиться от этого. Главой быть легко, потому что там все приказывают и исполняют люди. Главой быть очень сложно, потому что каждый день всякие штуки надо писать. То это сделать, то это, опять это, опять то. Это то что надо сделать, то тебе сказали. Я думаю, он очень много разъезжает, потому что иногда ему что-то надо сделать. Иногда что-то надо написать, иногда кто-то его куда-то приглашает. Надо править, говорите это, он устал уже. Он разъезжает по всяким городам, потому что то ему то-то надо сделать что-то, то здесь надо что-то сделать, то это надо сделать, то-то. Если бы я стал главой района, я бы построил огромные аквапарки. Если бы я стала главой Дмитровского района, я бы сделала огромный бассейн, где поместилось бы 20 человек. В Дмитрове мало бассейнов, и чтобы все смогли там искупаться.
Если я бы стала главой Дмитровского района, я бы построила для детей самую-самую большую площадку в мире. Я бы хотела сделать огромный такой дом, высокий-высокий, широкий-широкий, в котором бы летали шары, в которых были люди. Не просто шар обычный летел и с корзинкой, а в нем люди и без корзинки он был. Я бы хотела еще сделать кучу мусорниц возле каждого магазина. Помогла посыть одежду. Сделал больницу. Я построил большое здание, там, где проезжают самолеты. Я бы построила, да, детей больницу. Построила зоопарк, который отличается от всех остальных. Тем, что там животные есть все в мире. Городу Дмитрову я желаю, чтобы люди не мусорили. Я городу Дмитрову желаю, чтобы о нем все заботились и прибавляло себе больше красоты. Я бы городу Дмитрову пожелал, чтобы там люди не мусорили, были веселыми. Я желаю всему городу, чтобы он всегда был красивым, ярким и очень добрым. Я бы хотел, чтобы всем воспитателям зарплату сделали больше. Я желаю, чтобы людей стала жизнь ярче и веселее. Я пожелаю, чтобы они были веселые. Люди, чтобы были веселые. Вот, никогда не... Вот, старшие не обязали детей. И чтобы весь город был чистый. Я желаю всем людям, которые живут в Митрове, очень много домов, чтобы они там жили. Я желаю городу Дмитрову, чтобы, когда он старел, новые делали. Ну, не новые, а подстраивали. На сегодня это все. Вы смотрели программу «Обо всем на свете». Пока!